Шеф-повар Максим Григорьев. Папа Ди Помодоро. Папа Ди Помодоро – любимый суп Софи Лорен. Тосканская кухня, кухня деревенская, незатейливая, простая. Мало что выбрасывается, все идет в дело, в том числе и черствый хлеб. В Италии вопрос, что на обед? Может звучать, как что у нас будет с хлебом. Че куса си и пер иль компонатика. Время приготовления – 40 минут. Ингредиенты. Масло оливковое экстра virgin 2 столовые ложки. Перец душистый 4 штуки. Розмарин свежий 1 веточка. Сахар 1 чайная ложка. Сок томатный 500 мл. Соль 0,5 чайных ложек. Хлеб белый 3 куска. Чеснок 3 зубчика. Шаг 1. Для супа нам нужны консервированные помидоры, чеснок, свежий розмарин и черствый белый хлеб. Вместо консервированных помидоров я взяла домашний томатный сок, из помидоров с дачи. Сколько хлеба, решайте сами. У меня где-то треть батона, от этого зависит густота супа. Если нет черствого, то подсушите в духовке. Шаг 2. На оливковом масле слегка поджарим чеснок и розмарин. Шаг 3. Вливаем томатный сок и потушим 15 минут. Шаг 4. Черствый хлеб раскрошим на кусочки и отправим к томатному соку. Пусть тушится минут 30. Хлеб должен раствориться. Шаг 5. Суп загустеет. По вкусу посолим, добавим сахар и перец. Папа Ди Помодоро готов. Подаем, украсив листиком зелени и тонкой ниткой оливкового масла. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.